Дольщики домов жилого комплекса «Астраханский» уже неделю дежурят на строительной площадке. Однако судьбу своих квартир выяснить у них не получается. Руководителя фирмы-застройщика Алексея Абасова арестовали. Однако в уголовном деле фигурирует только комплекс «Савельева». Что ждать участникам долевого строительства домов, которые пока не считаются проблемными, выяснила Полина Попенец. Дайте, пожалуйста, комментарий, почему стоит стройка? Пожалуйста, почему строительство стоит? А кто знать будет? Рабочие прячутся от дольщиков уже больше недели. Через железный забор люди пытаются выяснить сроки сдачи объекта, но диалога не получается. А что вы прячетесь? Я не прячусь. Давайте расскажите. Начальник ваш что говорит? Когда нас Абасов. Все просто к Абасову. Алексей Абасов – застройщик нескольких жилищных комплексов в Саратове, Савельево на Кумысной поляне и Астраханский в Заводском районе. В ночь на 5 августа его арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Правда, в деле пока фигурирует лишь комплекс Савельево. Дольщики второго комплекса забили тревогу. Многие говорят, что вот о чем вы думаете, покупая жилье у такого ненадежного застройщика. На тот момент у него как бы строилась Астра, строилась очень так неплохо, как бы стройка шла, стройка этого дома шла в первую очередь. Поэтому мы стали покупать. Цена как бы на тот момент была за квадратный метр не самая низкая, нормальная. Мы посчитали, что это все быстро построится. А теперь мы боимся, что вообще не построимся. Строительство двух 19-этажных домов в Заводском районе, по рассказам людей, началось в 2013 году. Разбили стройку на две очереди. Первый дом должен был быть готов к 2016 году, второй – к 2018. Эти сроки застройщик попытался перенести, вопреки желанию дольщиков. Сроки изначально по моему договору, который я заключала с ГРАТЭС, вот обратите внимание, четвертый квартал 2016 года. Так как эти сроки были, соответственно, нарушены, нам присылали вот такое уведомление, в которых были продлены сроки строительства до конца 2018 года. А вы подписывали на продление? Нет. Я не подписывал, я не согласна со сроками продления. В итоге первое здание возведено до 11 этажа, второго и в помине нет. Оксане Акимовой пришлось взять ипотеку – 1,5 миллиона рублей на двухкомнатную квартиру. Сейчас женщина с мужем и маленькими детьми снимает жилье. 17 тысяч мы платим за ипотеку, 11 тысяч за квартиру. Вот как бы, я не знаю, что нам делать. Мы платим за воздух, мы даже не знаем будущее, что у нас будет. Будет ли у нас квартира или нет. После ареста Алексея Абасова люди стали узнавать новые подробности схемы махинации. Например, по словам дольщиков, тем, кто купил квартиры во второй высотке, застройщик предложил оформить страховку. Страховку вот у меня Юникредит банк, за который мы вот отдали денежную сумму в размере 9 000 рублей. В итоге оказалось, что страховка поддельная, ее нигде нету, ни в банке, ее ни кредит банк. Вот мы сделали запрос, ждем самого банка ответ, что да, страховка поддельная. Узнали мы опять же от дольщиков, что страховка, так как они ранее делали этот запрос. По словам дольщиков, жилищный комплекс «Астраханский» не значится в списке недостроев. Но судя по замедленным темпам строительства, люди уверены, что их дома имеют реальные шансы попасть в список проблемных. Полина Попенец, Максим Пустынов. Ставалов, Саратов, 24. Между тем, в расследовании уголовного дела и деятельности учредителя ГРАТ-С Алексея Абасова появились новые подробности. По данным источника информационного агентства «Взгляд.Инфо», в правоохранительных органах Саратова Абасов и его супруга Галина Чернова владеют 163 квартирами в еще не построенных домах. В 2007 году Абасов и Чернова заключили соглашение, согласно которому доли в будущих объектах жилищного строительства принадлежат каждому в следующих пропорциях. 99 квартир отходит жене, 64 – мужу. В договоре прописаны все юридические нюансы, включая возможное уголовное преследование. Уже в январе 2017 года в соглашение были внесены изменения. Теперь в случае расторжения брака все их имущество делится не пополам, а в тех долях, которые прописаны в договоре. Схема, по данным источника сайта, существенно осложняет работу правоохранительных органов, в том числе по линии ареста имущества супругов. По предварительным данным, сейчас Галина Чернова передает право требования на квартиры своим доверенным лицам. И теперь в реестр обманутых дольщиков могут включить самого Абасова и Чернову. Вероятнее всего, отмечает источник, супруги заранее готовились к негативному развитию ситуации.